тихо. Не разломать мини веса. Ты чула, чи не? Сколько ты тут весом? 2. Вот, да что, руками не трогаю. 2880. Сейчас покажу. Кури перепугані. Что происходит на хозяйстве? Что происходит? Лена, ты уже курей порезала. Что еще за крики? Что происходит? Напугала вас? Решила курицу зважить. А она наробила крику. Это оця курица. Помісна. Помісна курица. Лапи в неї сині, а вона сама палева. Це помісь із прошлогодньої птиці. Я у себе показувала на каналі. От зимой, як вони були, ці курочки у мене. От така. Бачите? На несушку вона шикарна. 2880. Ну, 2800. Плюс-мінус 100 грам. С яйцом вона чи не с яйцом. Все. Загіпнотизировала я тебе. Я ж тебе загіпнотизировала. Така вирола крикуха. Хоть би ти. Зараз тебе сердечний приступ не став. У мене було таке з юрлаками, з петухами. Ідеальні, шикарні петухи. Куриця. З петухом думаю, що случилось. Ідеально. Ідеальні, шикарні юрловські голосисті. А як починають співати, у них все, у них інфаркт виходить, ребята. Розрив серця. Лежить. Лежи. О! Заскочила до перепелів поклівати, то, що вони розбросали. Я тебе хваті піймала. Лежить, лежить курочка. На нам ще на весну 2023 года. Если будет у меня такое желание, она даст им тут яйцо. И все, и пойдет она на суп. Будет очень вкусный суп с этой курочки. Это менюшки. Это тоже помісна, но молодка помісна курочка. Замазякана трохи петухами. Испугаешься мене, чи ні? Испугала. Все, почопала вона. Все, а ты под гипнозом прям. Оказалось, курица под гипнозом. Она будет наводить красоту, а то Лена ее трошки погнала. Чем я кормлю этих курочек, я вам, ребята, показывала. Очень много показывала, рассказывала, что в рационе моей птицы 50% травы. Птица пасется, не нарываю траву. Мешанки, сочный корм обязательно. Так что, если посадить курей только вольерное содержание и давать, ну, або комбинированный корм заводский, полнорационный, или же давать самодельный корм. Птица, если будет мало подвижна, то, конечно, плюсуйте еще полкилограмма. Полкилограмма будет в плюсе. Вот. Так как птица, она ходит, пасеться, она больше подвижна. И чтобы от курятника добігти до выгула, надо, то есть, где есть трава, 80 метров ей надо пробежать. Це якби для куриці небагато, ну побігти туди-сюди, ще плюс по угодіях, де вона пасеться, тобто в них більш подвіжність. М'ясо, понятно, що воно буде більш темніше, більш і плотне. М'ясо у курей, це молодий петушок курікає, якщо кури більш такого закритого содержання і менше сочних кормів, менше растительної пищі, то, звісно,